Урок проповедь на воскресенье 5 июня 2022 года. Тема. Господь Бог. Единственная первопричина. Единственный Творец. Золотой текст. Иеремия. Господи Боже, Ты сотворил небеса и землю своим могуществом. Для Тебя нет ничего невозможного. Ответное чтение. Псалтырь. Я посмотрел на холм. Откуда помощь мне придет? от Господа приходит помощь мне, Творца земли и неба. Не дремлет тот, кто хранит тебя и не даст упасть. Он охранит тебя. Господь – защитник твой. С тобой он рядом, подобно тени в солнечный день. Полдневное солнце, ночная луна – ничто тебе не повредит. Вославьте его, солнце и луна! Вославьте его, все вы блещущие звезды! Вославьте имя Господа! По слову его они все были сотворены! Урок проповедь из Библии. Притчи. Господь сотворил землю мудростью Своей. Господь сотворил небеса разумом Своим. Господь своим знанием сотворил воду. Благодаря Его мудрости небо над нами шлет дожди. Исаия Господи, Ты мой Бог, честь и хвала воздаю имени Твоему. Сколько Ты сделал дивного, сказанное тобою истинная правда, все случилось, как Ты говорил. Сильнейшие из народов Тебе воздадут почести, могущественные властители будут бояться тебя. Убежище ты для бедных. Многие беды их заставляют согнуться, но ты защищаешь их. Ты, Господи, словно прибежище в жару или в наводнение. Несчастье, словно страшные дожди и ветры. Стекает дождь по стенам, но люди в доме твоем невредимы. Псалтырь. Я скрылся бы от бурь и гроз, храня мое уединение. Как прежде, призывая Бога, Он меня спасет, услышит голос мой, когда я плачу в часы заката, на заре и в полдень. Обороти свои страдания к Богу, Он поддержит тебя, Он, крушение праведника не допустит. Исход. Фараону донесли, что народ Израиля бежал. Узнав об этом, фараон и его придворные пожалели о сделанном. Зачем мы их отпустили, сказал фараон, зачем дали ему бежать? Теперь мы лишились рабов. И он помчался в погоню за израильским народом. Израильский народ увидел приближавшегося с армией фараона. Они очень испугались и вызвали к Господу о помощи. Но Моисей ответил, «Не бойтесь, не бегите, просто стойте и смотрите, как Господь спасет вас сегодня. Никогда больше вы не увидите этих египтян». Моисей простер руку над Красным морем, и Господь послал сильный восточный ветер. Ветер дул всю ночь, и раступилось море, и ветер осушил землю. Народ Израиля пересек море по сухой земле, и вода, словно стена, ограждала их справа и слева. И тогда все колесницы и всадники фарона последовали за ними в море. И сказал тогда Господь Моисею: « Протяни руку над морем и сомкнутся воды и погребут египетские колесницы и всадников. Перед рассветом Моисей простер над морем руку, и вода хлынула на свое место. Египтяне бежали, преследуемые водой, но Господь потопил их в море. В тот день Господь спас израильский народ от египтян. Когда Господь победил египтян, народ, увидев в его великую силу, стал бояться и почитать Господа, и поверил в Него и в слугу Его, Моисея. Псалтырь. Вышли другие в море на своих кораблях, через далекие воды отправились по делам. И даже в безднах они увидали Господа нашего благие дела. Возвали они к Богу, и Он избавил от бед. Утихомирил Он бурю до шепота, волны до ряби. Радость вернулась ко всем, и к желанной пристани их направил Господь от Матвея. Когда Иисус увидел вокруг себя толпу, то велел своим ученикам перебраться на другой берег озера. Он сошел в лодку, и его ученики последовали за ним. И вот на озере поднялась сильная буря, волны стали захлестывать лодку. Но он спал. Тогда ученики подошли и разбудили его. Они сказали, «Господи, спаси нас! Наша смерть близка!» А он сказал им, «Чего боитесь вы, маловерные?» Потом он встал и приказал ветру и волнам, и наступила великая тишина. Люди изумились, говоря, «Кто же он, если даже ветер и волны послушны ему?» Исаия. Слушайте, что я скажу. Царь должен избрать путь правды – и правители должны править по справедливости. Тогда бы царь был укрытием ветров и дождей, он стал бы потоком воды для сухой земли, прохладной тенью в знойном краю. Люди обращались бы к царю за помощью и воистину слушали бы его слова. Иов Прекрасен голос Господа, он делает великие дела. Господь говорит снегу, поди на землю, Господь говорит дожжу, пролейся. От дыхания Господа образуется лед, и он замораживает океаны. Наполняет Господь водой тучи и рассылает повсюду. Повелевает он тучам плыть над землею, и тучи делают все, что Господь велит. Остановись и послушай о прекрасных делах Господних. Амос. Тот, кто образует горы, создает ветры и внушает свои мысли человеку. Тот, кто обращает зарю во тьму и шествует над землей. Имя ему всемогущий Господь Бог. Из учебника целителя Наука и здоровье написано целительницей и пророком Мэри Беккер Эдди. Творец. Дух, разум, рассудок, животворящий божественный принцип всего, что реально и хорошо. Самосуществующая жизнь, истинная любовь, то, что совершенно и вечно. Противоположность материи и злу, которые не имеют принципа. Бог, который создал все, что сотворено, и не мог создать ни атомов, ни элементов, противоположных себе. Синонимы божественного имени. Чтобы постигнуть реальность и порядок бытия в его науке, вы должны начать с признания Бога божественным принципом всего, что действительно существует. Дух, жизнь, истина, любовь, соединенные в единое целое, являются именами Бога в Святом Писании. Вся первооснова, весь разум, Вся мудрость, все бытие, все бессмертие и все причины и следствия принадлежат Богу. Это Его атрибуты, вечное проявление бесконечного божественного принципа ⁇ любви. Никакая мудрость не мудра, кроме Его мудрости. Никакая истина не истина. Никакая любовь не любезна. Никакая жизнь не есть жизнь, кроме божественной. Нет добра, кроме блага, даруемого Богом. Божественная завершенность. Божественная метафизика, какой она открывается духовному пониманию, ясно показывает, что все есть разум, и что разум есть Бог, всемогущество, вездесущность, всеведение, то есть вся сила, все присутствие, вся святая наука. Следовательно, в действительности все есть проявление разума. Всеобъемлемость истины. Разум, владычествующий и управляющий всеми своими творениями, является центральным светилом в системе своих собственных идей, жизнью и светом всего своего необъятного творения. А человек есть подчиненный божественного разума. Мир – Распался бы без мудрости разума, держащий ветры в деснице своей. Ветер. То, что указывает на силу всемогущества и на движение Божьего, духовного всеобъемлющего водительства. Уничтожение, гнев, смертные страсти. Единственная реальная сила. Моральное и духовное могущество принадлежит духу, который собрал ветер в пригоршни свой, и это учение согласуется с наукой и гармонией. В науке вы не можете иметь силы, противодействующие Богу, а физические чувства должны отказаться от своих ложных свидетельств. Ваше благотворное влияние зависит от веса, который вы кладете на правильную чашу весов. Добро, которое вы делаете и воплощаете, дает вам достичь уникальной силы. Зло не является силой. Это пародия на силу, которая быстро раскрывает свою слабость и падает, чтобы никогда больше не подняться. Человеческая сила слепа. Заблуждающаяся сила – это материальное верование, слепая сила, неправильно именуемая силой. Отпрыск силы воли, а не мудрости Смертного ума, а не бессмертного разума. Это бушующий поток, всепожирающее пламя, дыхание бури. Это молния и ураган. Все, что эгоистично, порочно, нечестно и нечисто. Поддельные силы. Не существует бессильной ярости смертного ума, выраженной в землетрясении, ветре, волнах, молнии, огне или звериной свирепости, поскольку этот так называемый ум сам себя уничтожает. Проявления зла, которые подделываются под божественную справедливость, названы в Святом Писании гневом Господа. В действительности они являются собой самоуничтожение заблуждения или материи и указывают на противоположные материи, на силу и постоянство Духа. Христова наука раскрывает истину в ее господстве, всю общую гармонию, целостность и правомощность Бога, добра, а также ничтожность и небытие зла. Опасное сходство. В действительности, чем точнее заблуждение, будучи верованием, подражает истине, и чем больше так называемая материя походит на свою сущность, смертный ум, тем бессильнее становится заблуждение. Согласно человеческому верованию, молния яростна, а электрический ток быстр. Однако в христианской науке удар их обоих становится безвредным. Чем разрушительнее будет становиться материя, тем яснее обнаруживается ее небытие – пока материя не достигнет своего смертного иллюзорного зенита и не исчезнет навсегда. Закон Христа истины делает все возможным духу, но согласно так называемым законам материи, дух бесполезен. Они требуют повиновения материалистическим правилам, отступая таким образом от исходной основы – единого Бога, единого законодателя. Ошибочно предполагать, что Бог устанавливает законы, нарушающие гармонию. Разлад не находит опоры ни в природе, ни в божественном законе, сколько бы не утверждали обратное. Основа чудес Доказуемо, что истинный логос есть Христова наука. Это естественный закон гармонии, преодолевающий разлад не потому, что эта наука сверхъестественна или отклоняется от естественного, не потому, что она является нарушением божественного закона, а потому, что она и есть незыблемый закон Бога, добра. Иисус воскресил из мертвых Лазаря, прекратил бурю, исцелял больных и ходил по воде. Верить в превосходство духовной силы над материальным сопротивлением есть Богом данное право. Закономерные чудеса. Чудеса исполняют Божий закон, а не нарушают его. В настоящее время этот факт кажется более таинственным, чем само чудо. Псалмопевец пел «Что с тобой море? Что ты побежала? И с тобой Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете горы, как онцы, а вы холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи земля, пред лицем Бога Яковлева». Чудо, не вносит беспорядка, а обнаруживает первоначальный порядок, устанавливая науку неизменного Божьего закона. Уроки природы. Природа провозглашает естественный духовный закон и божественную любовь, но человеческое верование ложно истолковывает природу. Полярные льды и залитые Солнцем тропики, громадные горы, свежие ветры, могучие волны, зеленеющие долины нарядные цветы и сияющие небеса все свидетельствуют о разуме, о той духовной мудрости, которую они отражают. Цветы – это апостолы, они а символы божественного. Светила и планеты учат о возвышенном. Звезды украшают ночь, а листочек естественно тянется к свету. Разум – великий творец и не может быть никакой иной силой кроме той, которая исходит от разума. Если разум был первым хронологически, является первым теоретически, и должен быть первым вечно, то признайте за разумом славу, величие, власть и силу, которые во все века должны принадлежать его святому имени. Аминь. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Для этого нажмите на кнопку. Подписаться под этим видео. После того, как вы нажали подписаться, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на электронную почту. Выберите ⁇ Получать все уведомления ⁇ и нажмите кнопку ⁇ Сохранить ⁇ Спасибо за поддержку.